Дорогие друзья, мы приглашаем вас на, назовем на трехдневный курс по живописи. Акварель, пастель, масло. И курс этот будет уникален тем, что мы будем рисовать только снег. В конце концов, таким образом я поздравлю вас с Новым годом. Вы хорошо знаете, что люди, которые выросли в определенном окружении, для них оно очень близко, это окружение. Они как бы пытаются проникнуть в то состояние, которое их окружает. И так в словаре, например, чукотском, есть 40 определений снега. И вот этот снег на их языке имеет совершенно точное определение, когда этот снег, например, как сахарный, снег, который утоптанный, снег, который будет приносить лавину, и снег, который просто летит. Снег утренний, вечерний, дневной. У них снег имеет разные оттенки, и они обозначаются отдельным словом. И вот мне хотелось бы как бы связать вот эту вещь лингвистического определения народа, который вырос среди этого снега, который знает все оттенки этого снега, с живописью. Я бы хотел показать вам всю палитру, которую мы с вами имеем на единственном предмете. Это снег. Вот как этот снег вбирает в себя все оттенки, как этот снег отражает все вокруг, как он вбирает цвет неба, как он отражается на деревьях, которые рядом. И сами деревья отражаются в этом самом снеге. Я почему-то очень люблю писать розовый снег. Этот розовый снег писали многие великие художники. И он всегда особенный. Наверное, мы такой снег тоже напишем. Но как это? Теплый снег в раскаленно-холодной зиме. Да. И, возможно, холодный уже может быть весной, когда приходит оттепель, и когда текут ручьи, и когда меняется погода, и когда высокая влажность. Этот снег, скорее всего, стает более грязный. Конечно же, он холодный. Вот эти все подходы мне хотелось бы показать вам и пригласить вас на этот курс. Он должен отличаться от всего того, что вы видели до, может быть, этих мастер-классов. Мне бы хотелось дать, или как расширить ваше видение предмета. Вы знаете, что наши мастер-классы никогда не похожи ни на чьи. И этот, мне кажется, будет даже для меня некоторым таким откровением, потому что я хочу показать вам вот эти вот все оттенки палитры. Палитры на одном предмете, на одном состоянии. Я думаю, что наш курс будет интересен и мне, и вам. Приглашаю вас и желаю больших творческих успехов в нашей с вами встрече.